В Екатеринбурге вечером, уже в потьмах, при свете фонарей, на улице Гражданской, возле 9-го дома, в тамошней точке бифуркации, говоря по-русски, на развилке, чтобы не сказать на распутье, 56-летний бухой Витязь, о нет-нет, не в тигровой шкуре, а в пинжаке и майке, не смог определиться, куда ему ехать, и вонзился в столб. Декорация такая. По Гражданской от машиниста в сторону Челюскинцев катился синий Рено, на корме которого было написано «Логан», но поскольку он был 2010 года выпуска, то есть сошел со стапелей позже 15 октября 2008 года, постольку в документах он значился как Рено СР. Но в СРах есть что-то политическое, потому по старинке будем считать этот Рено Логаном. За рулем сидел нарядный 56-летний мужчина в пиджаке. Хотя по нынешнему сверхжаркому лету добровольно, без дресс-кода, таскать на себе пиджак – это вот прям должна быть какая-то веская причина. И она у Реновода была. Но об этом попозже. Возле дома на Гражданской 9 дорога разделяется надвое. Направо поедешь – на свою попадешь. Налево поедешь – на встречку попадешь. А прямо поедешь – на разделительный газон попадешь. Но, внимание, там столб, в него упрешься, расшибешься. Однако последние слова про столб на распутном камне были написаны мелким шрифтом. Витязь на Логане их не разглядел, к тому же он был накидан. В общем, в итоге его пьяный мозг с дилеммой не справился. И он как ехал прямо, так в столб и приехал. Нарядный пилот при ударе стукнулся головой и окончательно потерял сознание. Сторонние зеваки вызвали ГАИ и скорую. Реновод пришел в себя. От услуг врачей вежливо отказался, а вот в гаишную дудку ему дунуть пришлось. Дунь. Еще. Все. Дунь. Да, прерывать не надо. Дуйте. Дуйте. Все, достаточно. Допустимо у нас 0,160, все, что выделяется выше, является алкогольным опьянением. 1,080, то есть в три раза больше допустимого. 1,08 миллиграмма на литр – это прилично. Это пилот не то, что выпил, а вот прям бухнул. Спрашивается, с чего бы человек в 56 лет напился, надел пинжак с карманами и сел за руль? Ну, спрашивали? Отвечает. А по какому случаю выпивали? Так, для души. С женой. А? С женой, говорю. Поругался, что ли? Разведен. Ну, это понял, но... А выпивали-то для чего? Праздновали этот случай? Ну, ее сегодня встречать нужно в 9 часов. Вечера? Да. И вы решили... Подготовиться к встрече, что ли? Перед этим делом употребить решил. Но такое не бывает. Вот это высокие отношения. Для встречи со своей бывшей мужчина не только принарядился, но и нашвырялся. Видимо, перенервничал. В итоге и бывшую не встретил, и машину разбил. И за пьяное руление лишился не только 30 тысяч, но и прав. Да, вечер определенно удался.